Жилье мое. Чтобы ответить на этот вопрос, у свердловчан остался ровно месяц. 1 марта истекает срок бесплатной приватизации квартир и домов. Продлят ли его вновь – большой вопрос. Поэтому тем, кто еще не переоформил на себя квадратные метры, стоит поторопиться. После дня X хозяевам, скорее всего, придется покупать свое же жилье. Если жители Свердловской области, как, впрочем, и всей страны, не успели, не знали о том, что процесс приватизации имеет конечную дату, вдруг захотели приватизировать свою квартиру, то тогда им придется обращаться в муниципалитет и выкупать свое жилье. Это будет уже кадастровая стоимость, да. Но несмотря на это, в России до сих пор не приватизирована треть квартир. В прошлом году количество желающих оформить жилье в собственность в области уменьшилось в два раза. По словам специалистов Росреестра, сейчас заявки в основном поступают от жителей коммуналок, общежитий и квартир, полученных по льготным программам. Ведь неприватизированную жилплощадь нельзя ни продать, ни обменять, ни передать по наследству. После 1 марта за это право, вероятно, придется раскошелиться. В противном случае хозяева должны будут заключить с муниципалитетом договор социального найма. Впрочем, у свердловчан еще есть время, чтобы заявить о своем праве на квадратные метры. Для этого нужно подать заявление в городские комитеты по приватизации.